Как сесть на дирижабль пророка Комстока? А, нет, спокуха, я не падаю, все окей. Нет, или я падаю? Нет, а, это в меня стреляют. Да не стреляй ты в меня. Мне нужно дирижабль пророка Комстока. Кушай тут две пасхи в одиночестве. Ребята, не травите душу. О, я нашел, как туда перебраться. А почему мне нельзя сделать прыжок с теплотрассы на них? О, гляньте, как она ноги расставила. Думает, что так она сможет меня победить. Ничего подобного. Так откуда ты стреляешь-то? Всем птицы посланы. Так, нужно найти управление, чтобы добраться до острова. Погоди, то есть ты хочешь сказать, что ты сумеешь управлять? О, я кажется, только что нашел управление. Потрясающе. Случайно. То есть он хочет сказать, что я смогу управлять дирижаблем. А что здесь? Такое ощущение, как будто это бомбалюк. И тут должны быть бомба-бомбы. Но тут ничего нет. Можно сбросить ящик. А еще тут есть монашка. Я сначала подумал, что она призрак. Да, конечно. Комсток. А это... Миссис Комсток. Из слова пророка. Так, что у нас? Панель управления. Куда дергать-то? Конечно, я смогу этим управлять. О, Господь прощает все. Я нет, я всего лишь пророк. Мне можно. Аминь. Ты чего? О! Какого черта? Ты что творишь? Дура, что ли? Она только что себя взорвала. Покиньте дирижабль. Быстрее, где бомбалюк? Эй, я не хочу прыгать в бомбалюк. А, там теплотрасса. Вот это да. Вот это я отжег. Вернее, она отожгла, а я сбежал. Бомбалюк бомбанул. Да-да-да. Офигеть, ну а чё эта девочка-то такая? Интересно, а если бы я ее убил? То есть, если бы я выпустил ей несколько пуль? Серж, слишком это я уже играл, это я твой читал. Ладно, мы добрались до острова-то или нет? Please, mind the gap. Пожалуйста, думай о чем. Что такое? Как перевести гэп в данном контексте, я не знаю. Провал? Думай о провале? О расстоянии? Ладно, не важно. Давайте почитаем, что тут есть. Опять поцелуи, но у нас ничего никак не получается их покупать, потому что денег нету. Нифига. Просто вот собираю все, выжимаю каждую копейку из каждого автомата. Но денег все равно не хватает. Да. Так, помни о расстоянии. Окей, спасибо. Кто это перевел? Бинкс. Спонсор сегодняшних переводов. Товарищ Бинкс. Так, Серж не работает с хранением, или что это за сообщение выскакивает постоянно? Не скажу. Погнали. Попадите на остров монументов. Вот. Фух. Наконец-то. Ладно. Так, странное место, чтобы держать девушек. Девушку, чего они все так боялись? Ладно. Чувствую, ребят, что на сегодня, на этом мы потихоньку закончим. Потому что остров монументов хочется начать в следующий раз с нуля. Но в следующий раз будет уже достаточно скоро. Увидимся. Какие, ладно, девушку забери. А чё, девушка уже сейчас? Девочка уже сейчас будет?
Блин, но мне идти нужно. Встреть девушку-то. Хорошо, ладно, хорошо, все, иду встречать девушку. Встречаю девушку и на этом заканчиваю. Так, меня задержал обыкновенный фонтан. Нехорошо. Так, девушку спаси, не оставляй ее еще на сутки в заточении. А вдруг вы меня все троллите, и на самом деле девочка тут через какие-нибудь, не знаю, через час игры. Так, а как сюда проникнуть-то? Тут закрыто. Ребят, я не могу спасти девочку, тут закрыто. В теории, вот она же, дырка. Я же знаю, я могу отличить дырку от недырки. Почему это, почему он туда не хочет пролазить? Ну и ладно. Полезли по кустам. Вот кусок. Хм. Так. Там вправду 10 минут до девочки без пека. Это похоже затянется, потому что... Может быть реально с фонтана надо? Ну а как? Просто ворот не открываются. Отстрелить цепи не получается. О! Чё нашел? Вот, наказывается. Оказывается, мы будем перепрыгивать через ворота. Хм, а это что? А это же тайный тайник. С тайными патронами. Правда, нам бы тайный мана бы еще. Ну, да ладно, не все сразу. Головоломка, однако. Так, семя пророков зайдет на трон, и пламенем омоют людские горы. Это я уже слышал. Синие розы появились. Синие розы пахнут девочкой. Ну и где же? Так, она спасена или что? Что-то написано. Где написано? Где надпись была? Вот. А, особь опасна, соблюдайте карантинные меры. Что? Особь? Это ее костюмчик. Она что, будет голенькая? Наверное, нужно захватить, чтобы, если что, можно было ее быстренько переодеть на стрим. Так, кошелек и запись. Так. Даже в секретных конторах кто-то должен вести пол. Эти политики и ученые, они даже не думают, что при мне говорят. Я же для них неграмотный цветной служка. Но я уверен, они здорово боятся твари, которую держат наверху. Точно вам говорю, сэр. Они схватили тигра за хвост, а теперь не знают, что лучше, ухватиться покрепче или сбежать. Они хватают мою девочку за хвост? Ладно, пойдем тогда. Пойдем тогда и мы попробуем немножко. Немножко похватать ее. Так. Голым только компост будет. Нет, не надо. Какая-то тут фигня творится. Остров перекрыт. Все закрыто. Все искрит. Хм. Это, судя по всему, девочка. И ей уже 17. Ну или, по крайней мере, тому, что здесь изображено. Что это? Это что? Особь морфология. Почему они называют ее особь? Нельзя называть девочку особью. Ну, в смысле, можно, конечно. Но это только если это какая-нибудь особо плохая девочка. Так, пас исполнен 72 часа карантина. Понятно. Она еще и заразная, оказывается. Ну ладно, обычным стол, что ли, пока. Так, transpose 1, transpose 2, transpose 3. Что это такое? Блин. Вот тебе и агнец. А дверь-то открывается. А что будет, если я буду дергать за все подряд, за рычаги? Интересно, что они делают? Опа, что случилось? Вообще непонятно. Так. А, H13. Манирче. H11. Поэтри бук.
Они все это уничтожают, что ли? H4 компаньон. Компаньон Б. А зачем бить по ним молниями, я никак не пойму. Перекрасили все. Ну и ладно. Так ведь плохая девочка. Неудивительно, что заразная. Она поет. Плохие девочки не поют. О, а вот она и... Хоть и спиной, но голенькая. Но мы на это смотреть не будем. А то еще... Так, они за ней наблюдали. Да ты чё? Не-не-не, радио оставим. Мне больше нравится с музычкой. Так, Columbia Science. Наука Колумбии. Что еще есть в Колумбии? Так. Дверка. Знакомое кресло. Судя по всему, это как раз кресло дантиста. Что они с ней делают? Не знаю. Наверное, они пытаются получить из нее божественность. Давайте послушаем, что они с ней делают. Возьмите все пробки, как вы просили. Все лампочки прошлой ночью работали. Но вот опять, у нас по ящику пробок каждый день уходит на один только сифон. Я уж не говорю, о господи, что там случилось? Привет, Серж, как успехи? Да вот только что, судя по всему, эта девочка вышибает у них пробки. К сожалению. Наверное, она сильно наэлектризована. Может быть, у нее очень, знаете, такая обширная прическа, которая электризуется. И в результате... И в результате ломает в доме освещение. Так, вы здесь мы уже были, там мы уже были. Осталось только посмотреть на видео. Давайте мне видео, пожалуйста. Так. Посмотрите на девочку. Что? Что она делает? Втыкает какие-то штуки, как будто в пчелиные соты. И сейчас как долбанет по ним молнией, да? Нет? Specimen painting. А! Особь рисует. Рисует, причем Эйфелеву башню. Откуда она знает про Эйфелеву башню? Спейсмен поет. Почему я не могу услышать, как Спейсмен поет? Пожалуйста, дайте звук. Особь танцует. Ну, замечательная девочка. Глядите, поет, танцует. Наверняка то было вышивание какое-нибудь. Вот, сейчас еще особь... Давай, особь готовит. Покажите нам девочку у плиты. Пускай она сделает нам что-нибудь вкусное. Например, буррито. Пускай она сделает нам буррито. Нет? Ну и ладно. Судя по всему, здесь больше ничего нету. Единственное, что я немножко недопонял, как устроена вот эта комната. Потому что мне казалось, что я вошел в одну дверь. О, точно, я же не был внутри. В кресло, мне кажется, наш мужик больше не сядет. Потому что он еще в прошлый раз изрядно, так знаете ли, мне кажется, поднапустил. В общем, короче говоря, изрядно перетрухал. Вот, скажем так, будем политкорректными. Так что в этот раз он просто так туда не полезет. Ну а мы идем дальше. Так. Facility unsafe. Что-то там небезопасно. Сейчас мы узнаем, почему facility unsafe. It is one thing to imagine one's future. Одно дело представлять себе будущее, и совсем другое видеть его. Я узрел семена пламени, что подготовили Содом под нами к пришествию Господа. Но плоды этих семян пожнет Элизабет, не я.
я не доживу. Господь призывает меня к себе. Я чувствую его любовь в каждой опухоли, ибо они тот поезд, что отвезет меня на его станции. И я поеду с радостью, зная, что Елизабет займет мое место. Но грядет лжепророк, желающий увести моего Агнца с пути истинного. И пока я не огражу дитя от его лжи, я не сяду на поезд. I will not board that train until she is safe from his deceptions. Серж, не буррито, а шаверма. Нет, шаверма и буррито — это несколько разные вещи. Это несколько разные вещи, и я предпочитаю буррито. Так, это, судя по всему, динамики. Причем очень мощные динамики такие. Чего они сделаны? Наверное, Элизабет хочет стать супер певицей. Поэтому ей нужна классная акустическая система. 168 часов карантина для тех, кто прошел эту точку. Не касайтесь образца. Under any... Короче, не касайтесь ни при каких условиях. Это слово наверняка circumstances, да? Да, точно. Так и знал. Так. Нарисовали тут линию. Угрожают нам, понимаешь ли? Но мы ничего не боимся. Мы с вами собаку съели, вытаскивая маленьких девочек из маленьких люков. Я, кстати, сам кесадилью готовил. Супер штука. Да, да. А, о, дверь-то, оказывается, открылась. И что у нас здесь? Здесь у нас вообще какое-то странное место, называется «Наблюдение за особью». Потянуть рычаг. Так. Library, dining room, dressing room, bathroom. А, понятно. Таким образом они... Эй, стоп, я не хочу туда. Я еще не запустил наблюдение за особью, блин. Ладно, начнем с контрольной точки. Я хотел понаблюдать за особью перед тем, как что-либо делать. Во! И... Особь! О, господи, это реально какая-то... Это не вышивка, нифига, ребят. А где мой пулемет? Стоп, я только сейчас понял, а где мой пулемет? И где мой суперкрюк? И почему я не могу вломиться к ней в комнату? Гляньте, там какие-то замки, вон. Серж любит подглядывать. Во-во-во-во-во-во, я рист. О, здесь тоже можно понаблюдать. Да ладно, а где особь? Она здесь. Это ее комнатка. Вы помните те плакаты? Вон плакат. Кстати, а Элизабет ведь вполне могла бы участвовать в записи про шмелей. Представляете, ее такая. Пушистые шмели. Вот было бы классно. О, ну ладно, неважно, пойдемте дальше. Будем наблюдать за поиском Осби. Она в гардеробе. Вперед, пока не оделась. Та-дам. Я самому-то не стрём, на самом деле, вот ходить по таким вот комнатам, всего такому. Так, потянуть рычаг, смотрим. Особь! Привет! Эй! Привет, ты что, меня не видишь? Привет! Она хочет в Париж. Ну, как и все девочки. Эй, стоять! Куда собралась? Мне тебя спасать нужно.
Опять можно немножко... А, теперь она в комнате для обеда. В столовой. Так, погнали. Там зеркало, как в фильмах про ФБР. Да я понимаю, но он мог бы постучать. Она ушла, пока ты пялился в другое окно. Она ходит в окнах? А мальчики хотят в Америку, но это как повезет. Так, открываем. О, это ее картина, которую мы уже видели. А это ее рисунки. Кстати говоря, обратите внимание, она что, рисует большого папочку? Нет, она рисует какую-то крылатую тварь. Ух ты! Ух ты! Well. Вау! Она умеет открывать порталы! Ребят, это чил в молодости! Открывай! Открывай дверь! А, другая дверь, окей. Ничего себе! Теперь понятно, откуда она узнала про Эйфелеву башню. Прикольно. Так, это здание становится что? Я прослушал. Так, судя по всему, сейчас мы увидим что-то особенное. Так, давайте сначала послушаем голософон. Потому что пока мы слушаем голософон, игра не происходит. Наблюдение за особью. Что делает девочку особенной? Подозреваю, что не в ней самой, а в том, чего ей не хватает. Там, откуда мы ее забрали, остается малая ее часть. Похоже, вселенная не любит, когда одно блюдо смешивают с другим. Что? Блюдо? Окей. А это что такое? А, это она же в библиотеке смотрит в окно. Девочка, я иду. Давай же. Ну ладно, мы немножко еще подождем, посмотрим, может быть, она что-нибудь еще выкинет. Хм. Не, судя по всему, у нас получилась такая матрешка. Есть окно. Девочка пялится в окно. Есть окно, в которое я пялюсь, как девочка пялится в окно. Примерно так. Но двери уже открыты. И она в библиотеке. Так, тут ничего нет, тут ничего нет. Открываем дверь. И... Ого, ого. Так, интересно, а здесь, значит, у нас достаточно ветрено получается. Но при этом... Ух ты, это же статуя ангела, это ее лицо. А я просто хожу по ее плечам. Сейчас будем ходить по ее шее. Можно чмокнуть ее в щечку. Ну и забраться ей в ухо? Или куда? Ну что-то в этом роде. Та-дам! Так, а есть окно, в которое мы пялимся, как ты пялишься, как она пялится. А Энди в теме, Энди в теме. Так, пора, Серж, иди и становись мужиком. Сейчас сделаем. Ну, в смысле, мы ее спасем, если вы об этом. Так. Бункер, господи. Шикарно. Дура! Прекрати кидаться книгами! Не надо! Меня зовут Дуит. Я друг. Я пришел, чтобы тебя отсюда. Не бей меня книгой. Она миленькая. Ты настоящий? Еще какой. Ой. Он здесь, уходи. Почему? Он не должен тебя видеть здесь. Одну минуточку, я не одета. Так, нельзя сбежать. Я знаю, я пытаюсь, перестань. Как насчет этого? Это нам поможет. Что?
Что это? Отдай! Что это? Откуда у него ключ? Я же не подбирал никаких ключей. И что это такое? Летающий отец? Погоди, я должен сначала... Я хочу посмотреть, что тут кругом есть. Наверняка ведь есть эликсир какой-нибудь. Эй, так, сбегите из статуи вместе с Элизабет. Подожди, Элизабет, я ищу. Тут наверняка должна быть какая-нибудь вкуснючка. Нет, никаких вкуснючек. Ладно, пофиг, сбегаем. Стандартная женская реакция на Сержа. Как не стыдно просто, как не стыдно. Так. Не надо читать субтитры разговоров, окей. Не могу не читать субтитры разговоров, потому что тогда я их не читаю. Это его работа, держать меня здесь. Посмотрим. Работа кого? А кто? Что такое? Кто держит тебя здесь, дорогая? Кто ты? Зачем ты пришел? Беги, малышка. Открывай порталы во Францию. Вперед. Да, я иду, я иду. Но только ты как-то быстро бегаешь. Тушенка. Так, а если я рычаг дерну? Рычаг уже дергать нельзя. А, я понял, мы бежим как бы назад. У-у-у! Что это? Что это? Кто это? Кто это поцарапал-то? Ничего себе! Элизабет, погоди. Вызывай лифт. Давай же! У меня теперь есть пулемет, я могу пробраться в твою комнату. Не, у нее бронированные стекла. Стоп, куда девочка делась? Что это? За мной следили все это время? Зачем? Зачем меня здесь держали? Что я такое? Ты та девочка, которая покинет эту башню. Ух ты ж твою маму! Ух ты ж господи! Ты кто такой? А ну не трогай, это моя девочка, иди ищи себе другую! Эй, ты можешь не стоять, пока я стреляю в эту тварь? Кто это? Где это? Куда? Куда ты? Он сейчас все тут разрушит. Кто разрушит? Ты знаешь мое имя? А ты мое не знаешь, что ли? Да я бегу, бегу, но... Я не могу бегать так быстро, как ты. У тебя нет пулемета, пистолета и... И кучи долларов. Давай. Давай, я открою, я сильный. Нет! Опять нам придется идти по ветру. И здесь эта тварь нас точно достанет элементарно. Так, что происходит? Где тварь? Где? Блин, я все время затыкаюсь об ее волосы. И куда мы бежим, я не понимаю. Почему мы бежим вверх? Нам нужно бежать вниз. Земля внизу, а не вверху. Так, это, судя по всему, ее... Что? Где? Да кто такой? Лови, 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 лови! Поймал? А теперь за циклотрассу, хватаемся! А, стоп, я ничего не делаю, это заставка. Вау! Что там такое? Дирижабль упал? Так, девочка-то где? Ты девчонку-то не потерял? Ой, боже мой, он уничтожил статую. Ага, а вот и эта тварь. Здоровенная птица. И теплотрасса кончилась. И что теперь? Ну а теперь-то... Эй! Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Ну и куда? Ты что, офигел? Кажется, нас поймала птица. Что происходит? Мистер Дювит.
Приведи девчонку, и мы в расчете. Are you in that?